У людей начиналось гуляние. Старый Петр опять верх взял. Сперва завысказывали старухи-пенсионерки, свои старинные песни завели. Эти теперь кожевный праздник открывают, хватает времени. Потом затрещали, зафыркали мотоциклы, молодежь на железных коней села, а потом заревела и пинига. Даровой гость, вроде старушонок и всякой пожилой ветоши, отпускники, студенты, прибыл в Пикашино еще днем на почтовом автобусе. На машинах, водой. У кого теперь лодки с подвесным мотором нет? А вечером пинигу начали распахивать моторки и лодки тех, кто днем работал на сенокосе, в лесу. По Пикашинскому лугу пестрым валом покатил народ. Розовомехие гармошки запылали на вечернем солнце. Долго сидела Лиза у раскрытого окошка, долго вслушивалась в рев и шум расходившейся деревни и мысленно представляла себе, как веселятся сейчас на широком пустыре у нового клуба пикашинцы.